Добрый день, я Игорь Котелевский, автор программы для бисероплетения SmartGen. Сейчас я расскажу о том, над чем я сейчас работаю, то есть какая будет новая версия программы. Начнем. Тут суть обновления для новичков. Имеется сложности с чтением схем бисероплетения трехмерной звезды. То есть, каким путем собрать из квадратов искривленную звезду. Во всяком случае, мне это было не совсем понятно, когда я изучал этот вопрос. Я думаю, такие же сложности есть у всех других. Я, значит, придумал, что сделать. Обозначить углы лучей и центр, и еще точки соединения их какими-то символами фиксированными. Эти же символы выводить на искривленных квадратах. Пока я сделал вот так вот. И, значит, будет опция отобразить легенду звезды. Вот. Видите, у каждой вершины есть буква. A, B, C, D, E. Центр обозначаем буквой O. Эти вот точки, концевые точки лучей, они общие для лицевой и обратной стороны. Когда мы посмотрим на обратную сторону, будут эти же самые точки, но уже в другой последовательности. То есть против часовой стрелки будут A, B, C, D, E. На лицевой они по часовой A, B, C, D, центр O, на обратный против часовой A, B, C, D, E. И центр тоже обозначаем буквой O штрих. Пока вот эти точки соединения я не вывожу, посмотрю, это, наверное, будет опционально выводить. И когда мы будем выводить словесное описание, вот создаем. Вот лицевая сторона. A, B, C. Обратная сторона, как я сказал. И вот пошло словесное описание. Первый квадрат. Вот у него. Как мы, куда мы его помещаем на звезду? Вот, видим. A, B, O. Вот, то есть вот A, B, O. Вот этот вот. Видно, что то это соединяется. Сюда еще, возможно, поставлю, например, единичка. И эта точка будет тоже единичка. И понятно, что этот квадрат, вот этот вот, он по этой линии, это будет сгиб. Это пойдет на обратную сторону. Здесь О штрих. А, так сказать, квадрат идет вот сюда. На вот эту часть звезды. Соответственно, второй квадрат искривленный. Вот он, да? Он уже и лежит здесь. B, C. B, C. Покрупнее покажем. Вот. B, C. Ну и, соответственно, центр O. Вот он. А вот этот О штрих, это на обратную сторону. Вот фактически и все. Ну, обновление уже близко к завершению, но еще пока работает. Вот так вот. Это, кстати, вот среда, в которой я разрабатываю программу.